влажное, все скользкое, как глина, песок, земля, непонятно что. Огромная площадь, и это все было раньше покрыто водой. И вот все, что осталось от воды. О, there more water. Да. Смотрите, ручеек. Вот там оазис. Антоша бинокль видит, смотрит, говорит. Oh, it's a waterfowl of some sort. Да, там птица пьет воду. Can you see it? No. Where the main water starts? No, I not see. Не вижу. Здесь такие уникальные стрекозы летают, ребята, красного и синего цвета. Я никогда раньше, видите, что от воды, я никогда раньше таких не видела, только здесь. Ну, они так уж и плохо. Антоша в прошлый раз здесь навернулся, я его спасала. Soft, не надо walk, if it is soft, говорит, очень... Мягко, провалисто. Ой, ну конечно, провалисто. And you don't have a spare shoes. No. No. Я спасать тебя не буду. В этот раз сам полез. Вот с кроксами такого не происходит, а с кроссовками, да? Go out, try to go out. Еду. Я тоже, кстати, еду. Видите? Еду. Вышел? Нормально. Да? Ну, по следам видно, что тут не только Антоша здесь тонул. Ну пока я. Ха! Вы. Вот? What you mean, frogs? Жаба говорит. Ой, ой, я вся в грязюке. Жаба говорит. Подожди, wait. Ой! 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 Их очень много. Здесь и я застряла. Да тут надо куда деть. Говорит, не наступи. Какой тут не наступить? Здесь хоть живых остаться. Жабье. Какое маленькое. Какие маленькие жабки. Извините, мы вас распугали. Ой. Я красивая. Но я умная. Я с собой взяла переобувачку. Переобувку. Ой. Это что значит? Кто-то хотел харакири сделать себе, что ли? Дерево плачет. Ой, как хорошо здесь. Следы. Кошачьи или собачьи. Надеюсь, не рысьи. Ой, ужас какой. Мы грязные будем. Как собаки. Ну что, сюда не спуститься, потому что здесь можно утопнуть. Вон, кто-то там уже пробовал по колено, видать, загруз. Ой, как хорошо. First time we saw. What? Really? О, нормально здесь, Антоша. Я не вязну пока. Ай. Зато мы первый раз видели жаб. Ой, не знаю, насколько меня хватит. Нет, дальше. Дальше утопнуть можно. Завязнуть. Рисковать не буду. Пойду наверх. По Антошиным следам.
тоже бабочка, тоже интересное что-то. Как лопухи. Ганзя, а здесь уже потрескалось все. А здесь верблюжья колючка. Чё? О, мы такие шумные. Красиво, да? Обалдеть. Что там нашел он? Так же шуметь нельзя, когда ты на природе и на охоте. Смотрите, какие колючки. Идешь, а они тебя цепляют. За рукава, за штаны. Если быть неосторожными. Ой, как все красиво. Не могу. Не могу. Жаба. Правда, небольшая. Маленькая, но все равно жаба. Первый раз я здесь с этим сталкиваюсь. Их встречаю первый раз. Вот это да. Кустики, какие-то цветы. Смотрите, какой-то уже интересный. Кто он? Бубочки уже есть. Значит, расцветет. А это прям на капусту похоже, да? Смотрите, как. И не достать просто. Хотя они все сверху. И этот. Ну что, возьму рассаду. Посажу на балконе. Если выживет, если доедет. Ой. Красота. Ой. Здесь уже не пройти. Надо выходить, выбираться отсюда. Своими растюхами я Антошу потеряла. А, вот он, вот он. А здесь целая полянка. Целая поляна. И жабы. И жабью. Маленькая, правда. Но бегает. Ай. Мухи приставучие. Ой, а вон там. Что я нашла? Какую красоту. Летают. Смотрите, целая. Ой, стрекоза. Ты серая. Обычная. Кто-то кормил кошаков, значит, кошки есть. Смотрите, какая поляна. Ух! Красота. Вон, сверху дерево сидит птица, за которой Антоша охотится. А он ее даже не видит. Думаю, она меня близко к себе не подпустит. Красиво. Попытаюсь к ней поближе подойти. На английском. Какие желтые цветочки. На английском меня зовут Убла. Прям как наша рыба, да? Слышите? Вот она. А нет, это скворец. Вернее, какой скворец? Подождите. Вылетело с головы. Те, которые у нас на балконе бананчики едят. Забыла, как звать их. Я извиняюсь, дико. Муха, отстань. Эту потревожила. Здесь сидела стрекоза. Я ее потревожила. Ой, красота какая. Я не могу. Ухватиться не за что. Потому что везде колючки. А здесь кто-то хорошо поплыл. Проехался на жигине своей. Я думала, целая пачка печенья. Ой, какая обувь у меня грязная. Ну, а что делать? Капусты много, не знаю. Боже. Это череп барашки. Или козы.
Так, а здесь огромные лапы. Ну, извините меня. А что это за кошка такая? Смотрите. Подождите, с когтями. Это не кошечка, это большая кошечка. Смотрите. Это большая кошка. Кто это? С острыми когтями большими. Ого. Здесь, по-моему, дикий зверь. Видели раз? Ну вот. Я, по-моему, от страха. Ой, кошмар. Здесь, по-моему, дикая кошка. Господи. Куда мы? Куда мы забрели? Ой, нет. Ой, нет. Здесь утопнуть можно. Ой, нет. Где Антоша? Вон его вижу. Как он туда прошел? Жабы. Жабы, мне страшно чуть-чуть. Что делается, а? Жабы. Скажите, здесь кошка есть дикая? Ну вот, если обычная кошечка, то была необычная кошечка. Так. Идем по следам дикой кошки. Ну, смотрите, следы. Разве это кошка? Смотрите, какой след. Кто это? Пятипалый с когтями. А? Это мне страшно. Это слово страшно. Может, она где-то здесь залегла и смотрит, и наблюдает. Да. А как Антоша здесь перелез? И не упал. Есть колючки везде. А, пролезла я. Окей. Нормально. В общем, я иду по кошачьим следам. Ужас какой. Кошмар. Прям как в Индии на сафари. Ну, смотрите. Я же не шучу. Смотрите след. Вот моя нога. След. Что за кошечка здесь обитает? С большими габаритами. Я и про птичек забыла, и про охоту. Очень скользко. Но это-то вот... Да, очень много мусора. Да. Это. Ну да, не очень приятно. Ой, я уже и забыла про мусор, я даже не обращаю внимания. Он тоже как-то раздражает. Ну, ради этой красоты, ладно. Люди, понятное дело, засрут что угодно и где угодно. Но не будем обращать на это внимание. Наслаждаемся. Наслаждаемся природой, красотой, девственностью. Да. Мы уйдем, а это все останется. Вот так. Кисочка отсюда тоже выбиралась. Походу, она ходила на водопой. Сюда же, где я сняла репортаж. Блин. Здесь сухо. Здесь можно уже спокойно подняться. Ну как спокойно? На карачках. Ползком. Вот здесь уже протоптанная, походу, дорожка по этой... Пойду, наверное, выйду отсюда. О, какой красивый цветок. Жабка идет со мной. Да, жаба? Вот это да. Первый раз такое вижу здесь. Жаба в пустыне. Красавишна. Ладно,
Беги домой. Здесь какой вид. Я просто балдею. Антошика нужно из виду не терять, а то он такой товарищ, упадет, загрузнет и будет лежать, молчать. А там птичка какая-то была. Классно сюда приехать, да? На шашлычки. Как многие делают. Вечером сел, развел костер, сидишь, наблюдаешь. Любуешься таким видом. Жалко, порыбачить здесь нельзя. Мухи, да, надоедливые. Приставучие. Это верблюжье. Любимое, самое любимое дерево. Верблюжье с такими вот колючками. Они его обожают. Если найдут это дерево, то полностью его объедают. Полностью. Хотя что здесь есть? Смотрите, какие маленькие, очень маленькие листики. Для них это лакомство. Здесь тоже красиво, мусора, конечно. Ладно, мы решили на это не обращать внимания. Наслаждаемся природой, звуками природы, запахами природы. Так его можно прочувствовать. Балдеж, ребята. Так, Антошик на горизонте, значит, все спокойно. Машин резко так стало много и шумно. О, смотрите, какой кустик тоже запашной. Пахнет так, с приятными такими красивыми бубочками, цветами. Теперь с такой обувью, как в машину идти. Хотя у меня вода есть, можно обмыть. Говорит, слышал очень много таких вот экзотических птиц, но не видел. Ну, а как здесь в кушурях можно увидеть? Это надо быть, знаете, сидеть здесь часами. Находились, наохотились. Ну, посмотрим. Вроде как вода здесь есть. А где можно помыть? Здесь, что ли? Ну, нормально, вода есть. Попытаюсь аккуратненько после себя помою раковину. Не оставлю это все грязно. Ну все, раковина чиста. Обувка Антошина чиста. Поехали дальше. Свои я мыть не буду. Я просто переобуюсь в кроссовки. Едем в другое. Тоже очень красивое место. Здесь по дороге в наше место, куда мы планируем ехать, остановились, потому что что-то такое тоже интересное. И барбекюшницы есть такие, как самодельные. Хотя нет, они муниципальные, не самодельные. Но видно, что здесь тоже люди отдыхают. Вот решили просто заглянуть, посмотреть. Ну, ничего интересного, ребята. Здесь воды нет. Может и была, потому что вон, вижу, слякотно была. Ну все, я не стала. Дождей нет. Ждем дождей. Вот как-то только пойдут дожди. Вот сюда. Самое то. Смотрите, как слякотно. А нет, там лужайка есть. Вон. Вон, наверное. Вода есть. Ну красиво, да? Тоже красиво.
Смотри, навесик такой сделали. Сидушки. Тоже барбекюшница. И скамейки. Правда, так это все смотрится как-то неприятно. Какой отважный парень. Молодец, какой спортсмен. Ни хера себе. Херачить так по горам. В гору, в гору. И какая гора полностью заросшая. Что значит дожди прошли? Ливни. Здесь лило все. С гор вода вот так прям фонтанами брызжала. Ну и, конечно же, камнепады. Их здесь очень много и постоянно. Что-то заброшенное, в общем, какая-то мини-деревня или... Фермеры, может быть. Вон, смотрите, где деревья спрятались. Это только кроны деревьев видно. Вот здесь тоже, наверное, воды много, речка какая-то. Вон машина стоит. Yes, it's the water, Антош. Бедный, бедный ишачок. Один стоит. Один отважный велосипедист. Ой, какой фонтан. Вернее сказать, целый город. Да, смотрите, на горизонте это море. Морюшка. А мы еще до сих пор в горах едем.